У меня есть минута, чтобы рассказать о себе, правильно? Зачем эта заставка? Она уже 5 секунд забрала. Для меня любое мероприятие, будь то свадьба, корпоратив, юбилей, выпускной, день рождения, это в первую очередь большая, веселая вечеринка. Все гости ощущают себя так. Он свой, можно расслабиться. Моя главная задача — сделать ваш праздник именно таким. Подожди. Для меня не существует понятий, как нужно, как принято. Я делаю все искренне и честно, так, как нравится мне и так, как хочется вам. Так, что я там дальше-то хотел сказать? Вы, наверное, думаете, что моя работа заключается только в проведении банкета. Вообще-то, я на связи с момента заключения договора до самой даты мероприятия. У меня прямо так и написано в шапке в Инстаграм. Закрываю все вопросы подготовки. Хотя, наверное, я уже поменял. Обо мне рассказать? Мы и так не уложились в минуту. Больше всего я люблю людей, танцы и предоплаты. Людей, танцы и ваши эмоции. Пишите мне WhatsApp, Instagram, ВКонтакте, Telegram, куда угодно. Кстати, вы сразу почувствуете легкость в общении со мной. А надо говорить то, что вашу дату скоро займут, там все вот это вот. Нет, не обязательно. Ага. Ну погнали, у меня еще встреча с невестой.